Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Що там думають в Ізраїлі прості громадяни з приводу реляції Путіна, цих його виступів? Запитаємо у гостя нашого ефіру Михайло Шейтельман, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Михайле, чому знову Путін знову і знову повертається до цієї теми єврейського походження Зеленського і антисемітизму, нібито, який він бачить в Україні? Да, ну почему он это делает, мне сказать трудно. Я скорее начну отвечать с той стороны, что думают в Израиле про это. В Израиле действительно долгие годы было такое заблуждение, бытовавшее серьезно среди местных людей, русскоязычных, я имею в виду, не всех, конечно, что вот в России благодаря Путину нет антисемитизма. Вот типа, да, вот это как бы ставилось ему в заслугу, что в Советском Союзе антисемитизм, естественно, был, а вот при Путине сейчас нет. Поэтому там раввинов он всяких принимает, там хану празднуют еврейский праздник прямо в Кремле, что вот это все благодаря Путину. Это прям было такое распространенное мнение. Ну вот за последний, я думаю, год, как минимум, ну даже уже больше, у многих в Израиле глаза открылись, хотя до сих пор, кстати, еще не у всех. Прямо люди настолько пытаются в этом вопросе защищать Путина, не в вопросе войны, а именно в вопросе антисемитизма. Не отдельные люди, вот я, как говорится, я же как Путин, да, я почитал, что евреи в интернете пишут, как он просил. Я решил почитать. Я вижу, что большинство, конечно, все понимает, что Путин абсолютно пещерный антисемит, и что он сейчас разворачивает антисемитскую кампанию, и что, в общем, скорее всего, евреям России надо прятаться куда-то уже, ну, потому что вот, вот оно все выглядит именно так. Но есть те, кто по-прежнему считает, что, например, эти высказывания не являются антисемитизмом, хотя они в чистом виде являются первым антисемитизмом, потому что, в принципе, указывать на национальность, там, какое-то этническое, тем более, как он подчеркнул, то есть генетически, значит, каких-то других людей, это, в общем, и есть уже нацизм в чистом виде просто, да, сам факт. Объяснять поведение человека через его генетику – это нацизм. Поэтому Путин – абсолютный нацист вот в чистом виде, в таком классическом фашистском виде. Ну и дальше он ведь не только это. Он ведь как бы рассказал о чем вот в этой речи своей краткой. Фактически он рассказал о неком сионистском заговоре, как вы понимаете. Потому что вот что такое западные кураторы решили назначить, значит, этнического еврея президентом Украины? Зачем, прошу заметить, чтобы, значит, преступления нацистов куда-то спрятать? А, во-первых, так, ну, начнем с того, вот зачем западным кураторам, кем бы они ни были, им зачем прятать преступления нацистов? Значит, они сами, наверное, ну, иначе, они сами, значит, нацисты, правильно? То есть это кто, немцы? Ну, кто назначал? Немцы? Кому это выгодно? Вот пусть скажет. Дальше. Значит, а почему им, ну, понадобилось вот именно еврея для этого назначить, тоже тонкий момент. То есть, скорее всего, это была неприкрытая такая речь про сионистский заговор. И я уверен, что мы услышим от него, ну, если он доживет еще какое-то время, проживет Путин, то мы услышим и слова «сионистский заговор». Ну, как у него заговор англосаксов, то ведь там недалеко до сионистского заговора. А сионистский заговор и преследование евреев – это уже прямо идет всегда вместе. Поэтому я думаю, что евреям России надо сейчас задуматься. Особенно, кстати, гражданам Израиля. В России очень много граждан Израиля проживает. И, похоже, им пришло время просто бежать, вот как иностранным агентам, потому что за ними придут скоро, очевидно. Ну, раніше ми чули наприкінці минулого року і заклик колишнього равена, головного равена Москви Пінхаса Гольдшміта, який звертався до євреїв у Росії з попередженням таким, що, в принципі, краще із Росії поїхати, адже дійсно майбутнє дуже загрозливе і туманне. Головний равен України так само теж робив подібні заяви, що в Україні значно безпечніше громадянам чи єврейського походження, чи громадянам Ізраїлю, які ніж у Росії. І знову ж таки, оця теза про те, що якісь західні куратори поставили президента єврейського походження в Україні, вона резонує із, пам'ятаємо, необережними, ну, відверто глупими заявами Лаврова в інтерв'ю італійській пресі, італійському телеканалу, здається, коли він заявив, що найбільш ярими антисемітами є якраз ті, в кого є єврейська кров, і згадав в цьому контексті Гітлера, порівнюючи Зеленського і Гітлера, ну, це абсолютна теорія змови стосовно якихось єврейських коренів Гітлера, яку повторив Лавров публічно абсолютно. Тоді Путін навіть був змушений перепрошувати, просити пробачення, телефонувати прем'єр-міністру Ізраїлю і пояснювати, що Лавров зовсім не те мав на увазі, або просто брякнув дурницю. А зараз бачимо, що Путін фактично завуальовано, але ретранслює те саме. Тобто те саме просто таким більшим радіусом, так би мовити, заходить на цю
саму ціль. Власне, тут питання не лише про те, що там в голові, які таргани в Путіна живуть, а чи бачать цих, чи помічають ці таргани в Єрусалимі, в Ізраїлі, чи буде якась офіційна реакція на цю історію? А вот тут я вынужден нас всех расстроить и немного даже вас поправить. Дело в том, что вот эта легенда о том, что Путин приносил извинения премьер-министру Израиля Беннету, это ведь легенда. В каком смысле? Значит, действительно тогда, когда Лавров высказался вот в свое антисемитское высказывание допустил, то тогда в Израиле был премьер-министром Беннет, а министром иностранных дел Яир Лапид. Яир Лапид, министр иностранных дел, единственный человек, кстати, в правительстве Израиля, который открыто осудил преступление россиян в Буче, он один, министр иностранных дел, остальные не осуждали. И он тогда же вызвал посла и сказал, что требует объяснений и так далее посла России. После этого последовал вот этот звонок, где разговаривали Путин с Беннетом, но Беннет рассказал, что Путин попросил прощения. А в Кремле это отрицали, что он просил прощения. То есть, получается, что Беннет придумал эту историю, что якобы у него Путин попросил прощения. И, собственно, потом, после уже отставки премьер-министра Беннета, его дальнейшее интервью, он про это ни разу не говорил, но дальнейшее интервью показывали, насколько он работал в связке с Путиным в других вопросах. Так что я уверен, что это абсолютно была провокация Беннета рассказывать о том, что якобы Путин у него просил прощения. Кремль в тот же день это опроверг. Просто пресс-служба опровергла. Вот, поэтому... Беннет врал кому? Врал же он не Путину, врал он израильскому народу, что якобы у него Путин попросил прощения, чтобы успокоить страсти в Израиль, для того, чтобы продолжать работать с Россией. Потому что, конечно, израильский народ не захотел бы дальнейшего сотрудничества с Российской Федерацией, если бы зная, что там такие антисемиты у власти. После этого Путин второй раз уже, ну, сначала Лавров, потом Путин, это же не первое выступление Путина на эту тему, это уже второе выступление. А Израиль молчит. И, похоже, будет молчать. И, к сожалению, прям с горечью могу сказать, потому что я сам гражданин Израиля, и мне прям в этом смысле стыдно получается, потому что у Израиля вообще-то всего две цели, как у государства. Первое – это давать прибежище любому еврею. Ну, я не имею в виду сейчас религиозные, давайте есть еще религиозные божественные цели, давайте только земные и гражданские. Значит, первое – это давать прибежище любому еврею, чтобы не повторился Холокост, чтобы не повторилась ситуация Второй мировой, когда евреям было некуда бежать, поэтому их убивали. И часть вторая – это бороться с антисемитизмом во всем мире. Просто это прямая задача государства. Вот прямо один, два приоритета, других нет. И когда Израиль, если в Израиле кто-то сегодня, а я уверен, что сегодня на правительстве, на заседании правительства, сегодня будет это обсуждаться, абсолютно точно. Но обсуждение сведется к чему? Не, ну мы же не будем ссориться с Россией, нам же выгодно. Вот там самолеты, какая-то Сирия, там тут выгодно, а тут нефть получаем, а там газ. И получается менять выгоду на смысл существования, ну менять, разменивать свой смысл существования на какие-то извлечения выгод, это как бы губит страну реально. Мне поэтому даже не то, что стыдно, мне скорее больно за Израиль, который... в общем, лишает сам себя смысла существования, если сегодня не последует, но мне почему-то кажется, что не последует, прямых осуждений, требований обсудить этот вопрос в ООН, например, как антисемитизм Путина, вызова посла там, или изгнания посла из Израиля. Ну, какие-то такие меры хотя бы минимальные должны быть, но пока их нет. Никто не говорит о объявлении войны, мы говорим о символических дипломатических шагах, но их не предпринято. Справді, це доволі таки печально. Завжди ми очікуємо за ці півтора року постійно, скажімо так, якоїсь чіткішої позиції від Ізраїлю з приводу того, що несеться звідти із Москви, і з приводу, власне, безпосередньо війни і воєнних дій. На жаль, поки що маємо те, що маємо, як казав один із екс-президентів України. Власне, про два дипломатичних візити, що хотів би з вами коротко поговорити, ніби підтверджуючи слова Путіна про західних кураторів єврейського походу. Походження приїхав до Києва Ентоні Блінкен, держсекретар США. І цей візит відбувається після перестановки важливої в українському уряді, заміни міністра оборони Резнікова. Так само вчора наші депутати провели дуже дивне голосування, закривши свої декларації ще на рік, що, очевидно, теж певну реакцію на Заході викличе. Отже, про що будуть говорити, на вашу думку, Ентоні Блінкен з Володимиром Зеленським? Я впевнений, що ця зустріч особисто відбудеться між президентом і держсекретарем США. Який зміст, які основні теми цієї розмови можуть бути? Ну, да, конечно, така зустріч наверняка состоится. Ну, я вот в чому я сомневаюсь,
Но по логике, если продолжать логику Путина, то они должны обсуждать, они же зачем-то назначили западные кураторы министром обороны крымского татарина. Я думаю, сейчас должны обсуждаться какие-то такие вопросы. Еще и поменяли еврея на этой посаде. Да, и вместо еврея назначили крымского татарина. То есть они будут обсуждать вопросы, там, не знаю, как им оправдать депортацию крымских татар, еще что-нибудь. Ну, потому что это украинцы депортировали крымских татар, не знаю. Просто даже в голову не приходит, это как ужасно все это выглядит и звучит. Если же серьезно, то есть вопросы достаточно, ну так как человек приезжает лично зачем-то, то должны быть достаточно тонкие вопросы, как говорится. Какие есть тонкие вопросы сейчас? Не в Украине, кстати, в украино-американских отношениях нет тонких вопросов. Вот эти, кстати, я не верю, есть такие досужие рассказы, что это они нам делать выговор будут за то, что мы неправильно с коррупцией боремся. Я думаю, что сейчас пока еще, нам после войны будут делать не просто выговоры, а прямо вызывать Вашингтонский обком и ругать за то, что мы неправильно боремся с коррупцией. Обязательно. Но сейчас, во время войны, Блинкен приезжает, конечно, по другим причинам. Одна из них – это сотрудничество между Россией и Северной Кореей. Вот это вопрос передачи снарядов, вопрос передачи противотанковых ракет. Это важный вопрос. Я думаю, что у Блинкена есть данные по этому поводу. Американцы настойчиво требуют от Северной Кореи этого не делать. Но Ким Чен Ын едет, вот в выходные уже, по-моему, едет в Российскую Федерацию. И есть такие опасения. И, возможно, будут обсуждаться как бы ответные шаги. То есть, потому что, ну, эскалация, так тогда ответная эскалация. Может быть, ответная эскалация. Вполне за вот такое. Но это одно. Второе. Это, конечно, результаты переговоров Эрдогана с Путиным. Ведь Путина давно никто не видел до Эрдогана. Ну, никто из тех, на кого можем положиться. Понятно, что к нему ездили африканские лидеры, но это, в общем-то, и все. За последние полгода я не могу вспомнить, был ли у него в гостях кто-то, кроме африканских лидеров, из высшего руководства, я имею в виду. Ну, еще хорошо, Центральная Азия. В мае были лидеры Центральной Азии, но это уже май тоже, прямо скажем, прошло 4 месяца. Вот за 4 месяца Путина никто не видел. А сейчас у Блинкена, конечно же, свежие сведения от Эрдогана. И может быть все что угодно. Вот сейчас это будет абсолютный домысл мой, в каком смысле? Это варианты, да, вот что могло произойти. Эрдоган – человек, который до этого видел лично Путина почти год назад, тоже в Сочи. За год он мог увидеть другого человека. Мы же понимаем, что есть некая деградация личности в прямом эфире. Это мы видим все. И Эрдоган – человек опытный, и человек, который лично, еще раз говорю, тут важно, да, лично, он единственный, кто мог лично сконтактировать, и кто, грубо говоря, на нашей стороне, на нашей, я сейчас имею в виду весь цивилизованный мир, вот и Америку, и Украину, не обязательно военным способом, в целом он за то, чтобы освободить Украину и закончить войну. В любом случае он за это, точно мы это знаем. А про лидеров там Эритреи мы такого не знаем. Поэтому он нам расскажет, грубо говоря, правду. И вот там могли быть новые сведения какие-то. И слова, которые Путин мог сказать в закрытом режиме Эрдогану. И сами впечатления Эрдогана. Ведь Эрдоган, конечно же, сейчас, я думаю, в бешенстве просто от того, что его миссия не удалась. И я думаю, что вот это будет вторая часть переговоров, то есть результаты разговоров Эрдогана, возможное обсуждение того, на какие компромиссы. Ну вот тут есть такой момент опасный для нас, что от нас требуют каких-то компромиссов, о которых мы, может быть, даже не знаем, которые вслух не озвучены. Потому что мы знаем про SWIFT для Россельхозбанка, мы знаем про там, какие-то комбайны, и, в принципе, я думаю, что это бы с нами не обсуждали. Если бы США захотели снять SWIFT, ну, вернуть SWIFT Россельхозбанк, они бы вернули. Они бы нам сообщили об этом, а мы возвращаем SWIFT, правильно? А вот если от нас Путин требует, например, чтобы мы не били больше по Крымскому мосту, а он позавчера на встрече с Эрдоганом сказал, что он требует, чтобы мы не били больше по трубопроводам, газопроводам, там каким-то Южный поток и так далее, то вот это уже серьезный предмет, к сожалению, для тяжелого разговора между нами и американцами. Может быть, если американцы тоже считают так. Ну що побачимо, в якій формі чи з'явиться взагалі ця інформація про подібні питання чи неофіційно в американській пресі, скажімо так, чи може, ну, очевидно, що такі питання на прес-конференціях, на брифінгах ніхто озвучувати не буде. Але дуже важливо, що ви дійсно ці моменти зараз проговорили і підмітили. Ну і ще одна дипломатична зустріч, візит. Це візит Лаврова на саміт G20 в Нью-Делі. Там вже з'явилось відео,
до його прибуття в аеропорт, зустрічають його з традиційними танцями, яскравими колоритними віялами. Можна побачити зараз якраз ці кадри, от якраз прибуття Лаврова на саміт G20. Останнього разу, коли Лавров минулого року відвідував цей саміт на Балі, то його госпіталізували. Він, щось йому гірше стало після перельоту. Цього разу побачимо, як воно буде, як пройде адаптація Лаврова на індійській землі. Не знаємо, чи співали хінді-русі «Бхай-бхай» цього разу під час візиту Лаврова, але бачимо, що зустрічали його так доволі урочисто з делегацією. Бачимо в мундирах військові, потім там і танці відбувалися якраз оці кадри. Ми бачимо, дуже все це колоритно виглядає. Отже, Путін не поїхав на цей важливий форум, зустрівся з Ердоганом вдома. А от Лаврова відправили. Які питання, власне кажучи, буде педалювати Лавров там на цьому саміті? Чи вдасться Росії здобути якісь нові вигідні позиції у ході цього форуму? Да, забавно, кстати, прошлый раз он же опоздал на саммит, и его потом искали и нашли в трусах в номере с Захаровой, там вот все вот это, в майке с кокаинистом каким-то. И поэтому, видимо, сейчас его прислали в Индию за 3 дня до саммита. Саммит начинается 9 числа. То есть, чтобы только точно не опоздал, ты давай прямо сейчас. А то иди потом тебя ищи по этим Камбоджам. Он же в Камбодже заблудился в прошлый раз, вот вся история с ним произошла. Поэтому заранее заставили ехать. У него не получится много чего обсуждать. Объясню почему. Потому что на таких саммитах сначала МИДы обсуждают какие-то вещи, вот он сейчас это, собственно, и будет, то есть, грубо говоря, обсуждают повестку МИДовцы. Там есть все министры иностранных дел, все они будут обсуждать эти повестки. Ну, там он будет что-то обсуждать, а на самих встречах-то его не будет, ну, в смысле, его же не пускают. Там саммит G20 – это набор двусторонних переговоров. А у него не будет двусторонних переговоров. Он им не ровнее, не чита, так сказать, и поэтому с ним никто особо общаться не будет. Это раз. Второе, есть проблема. Не приезжает его сюзерен, не приезжает его владелец Си Цзиньпин. То есть не только Путин, но еще и Си Цзиньпин не приехал. А кто будет крышевать-то? Он же чей мальчик? Си Цзиньпиня. И получается, что на этом саммите будет явный перекос в сторону западных стран, будет явное их доминирование из-за отсутствия Си Цзиньпиня. Ну вот так получится уже точно. Потому что Байден будет, а Си Цзиньпиня нет. Поэтому повестка будет западной. Не будет, кстати, декларации, наверняка, как всегда, как и в прошлом году, единой, которую там в прошлый раз оговаривали, что вот эта декларация такая, но не все с ней согласны. Прямо было написано в декларации, невелика цена такой декларации, да, где написано прямым текстом, что не все страны согласны с этой декларацией. Вот. Поэтому нет здесь шансов. Он поехал просто как бы погреть стул, ну, в смысле, чтобы не отсутствовала Россия, чтобы вообще не забыли, что Россия существует. Мне интересно, когда Лаврова объявят вот, в международный розыск, то кого они тогда будут посылать? Так, хто там третій в черзі на лавці запасних? Ну що ж, дійсно, як і на саміті БРІКС в прольоті Росія через те, що Путін відсутній, так само і тут. Цікаво буде поспостерігати, власне, за розвитком подій, в якому готелі далі буде перебувати в Індії чи поза межами Індії Лавров у ці дні. Пане Михайле, дякую вам за таке, як завжди, цікаве емоційне спілкування із гумором. Було дуже пізнавально і цікаво. Михайло Шейтельман був з нами на зв'язку.